Сейчас я погнал голубей. Кучка уже побольше, но там пара бескружных сорвалась. Я так стою по хлопку, хлоп-хлоп. С одного хлопка они у меня поднимаются. Один не дотопалец, одна моя голубка сорвались. Пошли в полет, вот это, наверное, будет в полет сыграться. В 6 утра, тихо, 10 градусов. Там один чужой пермячок. Молодые, кучка, кто больше стало, то помните, 4 я гоняла, сейчас уже хорошая кучка пошла. Вот это, наверное, или тополец, или моя голубка, не знаю. Пара молодых, чужачок молодой. Набирает высоту. Я встал, рассвет встречаю. Посмотрел 10 градусов, они уже готовы. Все сидят и ждут моего знака, хлопка. Я вышел, хлоп-хлоп, и они пошли. В ладоши хлопаю. Чем хороша птица? Тем, что не надо с ней ничего не заносить, не ловить. Они всегда готовы. Вот моя голубка выпадает. Не пошла она в общаке, но срывается, подрывается все равно. Вот она, это моя садится. Мелитополец остался там. Это моя с ними подрывается. Для таких голубей нужен ветерок. Хорошо, что она хоть не видно. Она садится, а те пошли вниз. Хочу сейчас показать гнездо, потому что, возможно, там действительно кукушонок, я плохо вижу. Ну, ястреба нет. Хищников нет, как видите. Даже такие летают. В городе есть орлан, такой орел-карлик, наверное. Вот так. Ага, молодец. Это садится, а тех я и не вижу уже. То ли они отошли. А, вон те поднимаются вверх. Сейчас мы их попробуем поймать. И пошли гулять. Так. Вот они, вот поймал, хорошо поймал. Сколько их? Три, девять штук. Девять штук, мелитополец там. Один, скажем, там летный голубь, назовем его так. 8 чернякул. 3, 9. Да. Пошли гулять. Не знаю, долго будет. Нет, вот это пара молодых. Вот белокрыленькие такие, пара молодых. Вот это чужачок. Такой он бурорябый. Белоголовый. Опа, что это они сыграли. Так вот гуляют они на каждый день. Так, пока они гуляют, я сейчас покажу. Это немножко опять виноград для Иночки. Викторию попробую. С каждым днем все лучше и лучше.
И идем к этой птичке посмотреть гнездышко. Так, ну, попробуем мы сначала птичку снять. Не получается нам птичку снять. Хотя получается, но... Летело. Ну, смотрим, что ж у нас тут такое. Ну что, это капюшонок или ее? Да, не знаю. Сколько тут и птенцов, но если бы был кукушонок, то сначала было 2 яйца, а потом 5, потом 4. Вряд ли здесь кукушонок. Был бы кукушонок, он бы всех повыкидывал. Ну а так, наверное, это ее птенцы. И не буду вам мешать, не буду вас трогать. Дальше будем наблюдать за вами. Так. Так. Что у нас там с пермяками? Пермяки высоту не берут. К сожалению. Куча налетает хорошо. Вот это радует то, что... Они летают в кучке. Так, ладно, не буду пока, займусь своим делом. А мое дело это поливать немножко. Ну, через виноград опять уже пройду для Иночки. Этот, как его зовут? Подарок Запорожья набирает. Видишь, набирает. Дай бог в этом году, может, успеет он. Очень крупный такой становится. Много его. Так, это не знаю, это похоже на кадряночку. Тоже уже очень сладкая. Так. Этот красавец начинает подпорчиваться, видишь? Некоторые эти начинают портиться. Вот тебе и красавец. О, видишь, внутри. Опадает уже, видишь? Смотри, ягода опадает. Вот так вот. И странно, почему я его не срываю, потому что та сторона, видно, что она не спелая, низ. А эта сторона уже опадает. Вот тебе и виноград, вот тебе и сорт.
сорт, который я говорил, классный-классный. Оно одна сторона, вроде бы уже все готово, а там зеленая. Ну, попробуем сейчас зеленую, как она. Может, стоит его уже сорвать, потому что уже аж опадают. А зеленая даже не отрывается. С трудом оторвал. Ну, это видно, что готовая. А нижняя часть? Угу. А нижняя часть не готова. Вот тебе и сорт. Красавец, красавец. А в итоге хоть вот так его потихоньку срывай. Верхние ягоды. А нижняя созревает. Ну так и будем делать. Пришел, покушал. И пошел. Ну вот красавец. Это красавец наш. Кадряночка. Никогда не поливал, не болеет. Молодец. Ждет тебя, может, дождется. Тут я немножко сорвал. Он весь такой был хороший. Так, пермяки наши где? Пермяки гуляют красиво кучкой. На небольшой, правда, высоте. Метров 100. Но гуляют. Молодежь там. Чужачок там. И этот там, как его зовут? И мелитополец. Вот этот. Кадряночка. Так, ну что еще? Викторию. Посмотрим. Тоже как-то есть такие ягоды. Смотри, как неравномерно спеют. Ну, с кадрянкой, конечно, не сравнится. Водянистая в этом году Виктория. Ну, не вся, не вся. Есть сорта. В общем, неравномерно спеет виноград. Чемусь. Ой, какой воздух с утра. Градусов 10. Сейчас, может, тут солнце встает, может, 11. Воздух такой классный в деревне. Рассвет солнца. Голуби встречают в небе. Запах такой свежего коровьего навоза. Приятно проснуться утром в деревне. Не с похмелья, с хорошей такой свежей головой. Смотри, черничка. Море черника, ежевика. Тоже мне чем не нравится. Ягода созревает не вся, а так. Поштучно. Одна кислая, одна сладкая. Чуть ли не каждую надо щупать. Спелая. Мягкая, спелая. Не мягкая. Неспелая, не поймешь. Если честно. Не рвется, значит, это неспелая ягода. Ягоды много. Черники. Кто это там срывается? Кто-то ляпает. Черники очень много. Персик отошел. Так, покажу еще немножко. Этот сорт темненький. Ну, я и пробовать не буду, что там такой туговатый. Вот этот, наверное, надо уже сегодня сорвать. Я все забыл. Хотя он хорошо еще висит. Не буду срывать. Очень вкусная. Ну, вкусный сорт. Мало его. Наверное, молодой еще кустик. Ну, очень вкусный. Так.
Этот набирает. Смотри, какой красавец. Ну, попробуем. Такой он розоватый, светло-розовый. Неплохой. Неплохой, но шкура... Не, неплохой. Неплохой. Так. Где голубые гуляют? Голубей не вижу. А, вон они гуляют и вроде бы сбивают уже высоту. Да. Ну, может, еще почему? Потому что там молодые. Молодые тянут их пока шо вниз. Разделения плохо нет. Вот, так, так, так. Поймаю, попробую. Да. Вот, вот, поймал их. Видите, гуляет молодежь. Полный штиль. Ну, наверное, дайте голубей такое надо. Так, ну что, пройдусь по огороду. Покажу тебе что-нибудь. Что-нибудь, Ну, раз уже тут прохожу, этот виноградик сниму. Ты что это за... Я помню, что-то тебе хотел рассказать. Занимать. Хорош. Поначалу был не очень, а сейчас есть мускат немножко в нем. Ну. Шкура такая, что хочется выплюнуть. И очень большие кости. Да, этот виноград мне не особо нравится. Но вкус... В нем есть. Я бы ему поставил троечку этому винограду. Ты понял, где он? Это здесь вот. Возле нового. Это новый. Наверное, какие-нибудь очень хорошие сорта у тебя. Потому что ты их недавно брала. Попробуем один. Похож на восторг, на белый восторг. Ладно, пройдемся по огороду еще раз. Так, что-то это стало прибаливать, может, мало воды. Видишь, твои прививки стали прибаливать. Ну, полью, я ее поливаю. Ну, как-то она заболела, смотри, видишь? Заболели твои прививочки. Ну, не все заболели, но что-то есть такое. Так. В этом году груша. Груши практически нет. Яблоньку надо собрать на компотик. Ну, как много яблоки. Яблоко опало. Надо сегодня собрать. Тоже, может, это яблони не хватает водички. Опадает. Я ее тут никогда не поливаю. Ну, в этом году здоровенные какие яблоки, смотри. Этот сорт. О, очень крупное яблоко. Тогда я покажу тебе тот виноград, который ты мне спрашиваешь возле Марии. Посмотрим. Я его тогда смотрел, он был не особо спелый. Так, ну до этого участка я почти никогда не дохожу с поливом, но сегодня, возможно, я полью. Так, тут дымки наши, вернее, твои. Недавно Игорю одну увез, это еще спеет. Так, ну этот виноград, еще одна дынька, как она тут спеет? Спеет, спеет. Ну, дыни есть еще. Так, ну, я пришел к этому винограду. Ты его спрашиваешь за него. Значит, темно-розовый виноград. Темно-розовый виноград. Попробуем его. Сейчас он поспел, скорее всего, что... Да, его надо снять. Снять секатор, потому что он уже такой, как вяленый. Хороший вкус.
хороший. Вот он. Угу. И урожай у него. Для такого кустика, смотри, хороший урожай. Он как вяленый. Хороший виноград. Сейчас приду, я его сниму. Потому что он уже поспел. Оценку ставлю. 5 ему. Я думаю, он тут один куст. Вот, ё-моё. Так. Сегодня я его сниму. Так. Пермяки гуляют, пошли опять в высоту. Молодцы. Молодцы, пошли набирать. Хорошая кучка. Приятно смотреть, когда штук 9. Когда 4 не так приятно, а когда 9 уже хорошо. Так, ну что, огород зарос, как ты видишь. Огурцы собираю, раздаю соседям-то. О, огурчик. Огурчик один нашел. Что там еще? Ля, какое здорово. О, какой огурец, видишь? Это уже курочка. А эти вот сам покушаю. Давно сюда не ходил. Огурец какой, смотри. Курочкам сорвем. Будет и им подарочек. Сегодня надо сюда добраться. О, еще один желтяк. Видишь, уже желтый все равно. Потому что все равно их раздаю соседям. Уже не закрываю их. Они идут. Так. Голуби гуляют. Не на большой высоте, 100 метров, но все равно приятно. Так, ну что, на этом все. Смотри, у тебя куда виноград. Еще и тут виноград полез. Да. За этот я вообще не знал виноград. Смотри, тут какой-то виноград. Ну, пусть этот... Это просто, наверное, у тебя первый год. Так. В огороде что тут у нас? Картошечка немножко. Жук не всю поел. Капусточки немножко. Помидоры ждут тебя. Это поздние помидоры. Ранее собираю. И где-то тут был у нас арбуз. Арбуз был. Арбуза не вижу. Ну ладно, наверное, где-то там. Пусть тебя дожидается. Все, на этом все. А, ну раз уже сюда пришел, покажу тебе яблочки. Яблочки твои, а? Красота какая привитая. Вот как красивые яблони. Семеренько привита на эту. На райку. На райку. Все, на этом пока все. Репортаж закончен. Пермяки гуляют на небольшой высоте. Так, ладно, все. На этом все, буду поливать. Всем удачи, спасибо, что смотрите канал. Так. Давно я тут не был. Помидорки. О, помидорки начинают и здесь краснеть, видишь? Помидорки начинают краснеть. Как, правда, сюда зайти, не знаю. Но немножко есть красненьких, понял. Сегодня приду, возьму тут парочку штук. Красненьких, желтые. Они такие быстро начинают спеть. Желтенькие. Лес помидоров. Ну, теперь уже точно на этом все.